Во-первых, стране нужен был наследник, а во-вторых, Василий, седина голову, бес в ребро. Многие вещи объясняются просто по-человечески в истории. Василий влюбился. Влюбился в молодую девушку. Звали ее Елена Глинская. Она была из семьи тех самых князей Глинских, которые перешли на московскую службу. Елена Глинская бывала за границей, говорили, что и в Италии, и в Германии бывала. В любом случае была воспитана по-европейски, одевалась по-европейски, вела себя свободно, знала иностранные языки, читала книги. В общем, это была совершенно не барышня-затворница, которая провела всю свою жизнь в тереме, глядя через оконца на улицу. Василий влюбился. Ему так хотелось понравиться своей избраннице, что он сам стал носить европейское польское платье. Можете себе представить, какой фурор это вызвало в средневековой Москве.